Ну что же, братва, короче, сейчас мы откроем женой пакцы. Стримчанский у нас закончился. Блин, конечно, я не постоянно в лайве записываю. Это тяжело очень разговаривать с самим собой. Чё ты улыбаешься? Давай, открывай. Ну, выходи на кружок, выходи. Сейчас, ребята, и специально для вас выпустим сразу. Да, стор, вот сюда нажимай. Откроем мы их за деньги. Вот эти вот начинают открывать. Они для боксера, конечно, точно. Давай быстрее, вообще ролик не должен быть большим. Пацаны должны просто оценить, короче, и закрыть эту тему. Блин, картинка, конечно, вообще волшебная. Просто такая золотая. Давай что-нибудь. Нет, здесь уже не выпадает. Может быть, что-нибудь из боксов выпадет, какой-нибудь сет. Надеемся. Пока что, стой, покажи атрибут. Покажи вот этот атрибут. Бокс элита на тяжелый вес. Жалко то, что если будут падать универсальных по много по таких атрибутов или мув, это будет круто, пацаны. Пока что, вот смотрите, все в разнобой идет. Легкий вес, мидл вес, очень много синих карточек. Очень тяжело. Давай вправо щелкай, Заюн. Щелкай, щелкай, щелкай. Щелкай вправо вообще сразу, в конец самый. Так, вот это вот есть у нас такое? О, нихера нету, смотри, жена открыла, нету. Я давно такого не видел. Ну давай, соберись полностью, вся. Я не помню, сколько у меня. Полностью ты собрала, охуеть, вообще. Нихуя, бля, я столько не собирал. Что будет у нас? Блин, флудите, пацаны. Джеб, кстати, универсальный, а флудите только на тёлку. Блин, ну круто, все равно приятно. Это реально кайф, то есть я так давно не собирал. Все-таки вы хорошо то, что посоветовали нам открыть с женой. На самом деле я уже устал что-то говорить. Конечно, мы 8 паков будем открывать, то есть давай. Какой считать? Там справа вон написано, у нас лимит этих паков есть. Блин, если еще один сет соберем, это будет просто бомба. Ух, давай что-нибудь золотое, пожалуйста. Хотя это будет удары. Ред апперкот, это вроде боковой. Не, это говнецо, честно. Ну, универсальное, нормалек. Все остальные синие, честно, мне это не нравится. Но там и так и написано, то что большинство там будет синих, как бы. Давай посмотрим, вот, хоть бы ее не было, давай, зай. Бля, есть, продай, короче, ее на квадратик, нажимай. На квадрат нажимай и сейл, давай, сейл, продавай. Все, и теперь кружочек. Давай, 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 работай. Ты раба себе нашел. Да, давай, нажимай еще раз на Тайсона. Все, поехали дальше, пацаны. Надо быстрее открыть, чтобы вы увидели. Я представляю, как вы хотите. Но пока что я не рекомендую. Вот сейчас. Ух, нихуя! Хуя там сколько? Смотри, перк золотой, универсальный. Даже если он просто... Ну это джеб, как бы это... Это синяя, типа. Во, кстати, Волкер, нормальный. Вотекер, или как его там правильно... Так, атрибуты на бокс. Блин, вот это пакетик, так пакетик. Да, я посмотрю даже сам. Так, то есть на легкий вес у нас есть боди типа удар там. Ну вот это просто в зверь вообще, зай. Это не крутой перк, но он то, что он выпал золотой, это круто. Смотрите, атрибуты идут на бокс. Мы попались, это у нас есть панч спид. Но здесь у нас отнимается off the back. Это работа на спине и тейкдаун. Это плохо, к моему Кратусу это не подходит. Вот, мидл здесь так себе, как бы. Давайте посмотрим, что там у нас есть из биспинга. Наверное, это все у нас присутствует, да. Все, нажимаем на кружочек, продолжай. Блин, вот этот пакетик, конечно, надо, короче, их гнобить, Заюн. Гнобить, говорить то, что пакетики херовые. Тайсон вообще охерел, да, фу и так далее. Поехали. Что я, блядь, страницу обновляю? Зачем это делаю? Давай, выстреливай. Ну, уже лучше. Смотрите, есть универсалка одна, постоянно какая-то. Вот, смотрите, Стив Джеб для новичка это просто, это хороший удар, просто отличнейший. Щелкай дальше, здесь ничего нет интересного. Лоллер Хендрикс. Бля, есть, на квадратик нажимай. На квадратик продавай, на кружочек. Все, продолжаем, потому что не надо задерживаться. Много внимания. Ну, потому что ты играешь на компе, правильно? А я когда за комп сажусь, я когда сел в ПБГ играть, Серега, я чуть не охерел. Я целиться не мог вообще. О, Heavy Hand, кстати, попалась, блин, я охотился за... Во-во, ребята, вот у нас есть такой. Это легендарный. Ребята, так что можете охотиться, у кого его нету. Я думаю, что из 10 паков он выпадет, пацаны. Ну, круто, круто. Я, мне кажется, Heavy Hands... Да, бля, он ебать, он 2000 стоит. Можем, у нас он есть, кстати, ну не надо продавать его пока. Давай, двигай дальше. Heavy Hands универсальный, пацаны. Это продавай. И там вроде бы атрибут был, который на легкий вес тоже бокс элита, или как он-то правильно называется. Пацаны, пока паки выравниваются, я считаю то, что у кого нету апперкота, все покупайте. Потому что этот апперкот самый крутой, он легендарный, он дает... Ух ты! Золото, смотри, золото. Не, крутой, нормальные пакцы. Братва, покупайте, честно, все, я, наверное... Ну, видишь, это все на женский вес, вот это вот, ну, золотые на женский, и флудите мы сегодня выбили. Посмотри атрибуты, атрибуты на бокс, атрибуты. Вот, дальше, вправо, вправо, двигай. Не тупим, Заюн, не тупим, мы в прямом эфире, ёпта, так. Боксинг, двигай вправо еще, вот, красненькую, да, все, не... вот это вот, поверни ее вот так. Да, 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 я грубиян и крикун. Блокинг, клинч, хейл, короче, все, давай, смотрим с тобой, которая вот это вот, Круз Джонсон. Бля, есть такая, ну ладно, продавай.
продавай, нажимай еще 3 пакетика, и мы будем заканчивать этот покопинг. Не знаю, пока он получается, мне нравится то, что мы поймали. Я не знаю, может быть, да, если пирог нарисован, кстати, у Тайсона день рождения. Бокс, универсал, элита. Блин, кстати, вот эти все атрибуты, они на бокс... А? Ну, бодипанч, да, вот это. Только вот это универсально, это типа на middle вес. Давай вправо, короче, атрибуты уже смотреть не будем. Пацаны, атрибуты падают, но чисто на бокс элита. То есть, ну, бокс элита это такая, так себе. Ууу, блядь, что ж такое сегодня происходит? Нажимай на нее, нажимай на нее. Да, ну, Альда у нас последней не хватало вроде. Там такой, знаешь себе, пакетик, ой, то есть эту. А, нет, еще... Давай посмотрим, что он дает. Мне даже интересно. Не, говно. Вот это карточки вообще отстой. Да, назад. Кружочек. Это отстой, как бы, пацаны. Мне не нравится. Так, все. Это нажали. Все, кружочек. Отлично, отлично. Блин, ну, блин, два сета. Два, конечно, тебе нравится. Всем нравится пакетики открывать. Везде, ёпта. Пакетики, блядь. Ну вот завтра будем, может, со Свити открывать. Так. Опять эти Стив Джебы, Хиребы. Блин, ну, дай хоть золотое что-нибудь. Кстати, кто это такой? Абель Трухилью. Трухилью или как его? Давай дальше. Универсальный, так, ну... Пацаны, открывайте. Давай, Макгрегор Диас. Бля, есть такая тема. Ну, продавай его на квадратик. И еще пакетик по-любому. Все, закрывай это. Нет, не будет. Ну, если ты перк поймаешь золотой на легкий вес, например, флудите, это будет бомба. Ай, блядь. Слышали, да? Как обычно на стриме. Ух ты, универсальный! Смотри, ебать, пацаны. Телефон. Короче, универсалка, это круто. То есть дальше какой мув идет? Ну, это все попадается. Короче, попадаются удары и перки попадаются, то есть на стойку. Там контрпанчеры и так далее. Вот это вот всякая тема. Ну, здесь это она у нас есть. Ребята, вот такой получился покопинг. У кого есть деньги и кто... Ну, это как повезет все равно. Но моя рекомендация, если у вас там, например, борец, и у вас не хватает каких-то... Не щелкай, Заюн. Каких-то перков, каких-то ударов там на бокс с рук покупайте. Здесь нету ударов с ног. Здесь есть, кстати, легендарный из Тайсона. Это очень круто выловить. А он один на всё? Он один, да. То есть, ну, такого... А есть вообще еще легендарки? Есть. Ну, легендарок много, как бы, но такой-то Тайсон, он один. Он раньше бесплатно давался. Вот. Все перки, которые вы получите, они тоже будут на стойку. То, видите, Heavy Hands с 10 паков упал. И много людей уже написало то, что Heavy Hands упал красный. Поэтому... Я считаю то, что открывайте и прокачивайте бокс там на своем персонаже. Вот так вот. Короче, всем счастливенько, ребята. Стримчанский будет завтра в 20.00, может быть, чуть попозже. Вот, с вами был Антон и моя жена, как говорится. Давайте, до скорых встреч, ребята.